Опять на пары. Как же все задолбало. Да заткнись ты уже! Еще один прекрасный день. Да еще солнышко. У меня столько всего запланировано. Пипец, я жирная. Да еще и стрёмная. Теперь понятно, почему у меня целый год парня нет. Блин, а ты ничего такая. Правда, в руках поправилась. Но я думаю, это не проблема. Займусь спортом. Что? Люська видеоблогер? 100 тысяч просмотров? Эх, родители бабки имеют, поэтому столько просмотров. Блин, вот она крутая. Вот бы мне так. Пойду-ка я тоже сниму видео. Может, вчера было плохо, но сегодня иначе. Привет! Ведь со мной моя подруга, удача. Сегодня мне повезет, это вполне реально. Ведь я знаю, что мысли материальны. Я улыбаюсь, делаю дела, иду к цели. Все будет хорошо, хоть не дружу с дедукцией. Пусть говорят, что наивен, но я осознаю... Я вижу тебя насквозь, словно доктор Стрэндж. Ну что, ты переспала с ним? Ты нет, брось, ты что, вообще что ли? Доктор мне. Это мой секрет, это касается нас двух. И мне даже не нужны разноцветные маски. Ведь я странный. Они говорили, я странный, странный. Юмор странный, ела. Странный рост, чувак, ты чё, карлик? Говорили я странный, странный вкус и странный пики. Окей, я, может, и странный, но зато я не такой, как... Дорогая Изабель, я тебя люблю больше жизни! Пока твоего отца нет дома, позволь, я тебя украду. Да, да. Ну и сколько у тебя подписчиков в Инстаграм? Полторака. Извини, меньше, чем в стакане шлёхаюсь. Офигеть, какой красавчик. Я сейчас к нему подойду. Эй, тетки поц, да и подвороты какие. У меня в спальне вот такой большущий получила. И кажется, он меня укусил ночью. Я стану первой женщиной. Человеком-пауком. Good morning. От прыщей, говорили они. Она любила кофе в обед. Утром ее вкусный омлет. Мало половин! Мало половин! Ребят, ребята, где текст? Дайте текст, пожалуйста, кто-нибудь. Все, что мы любим. Кекс, компотики, кекс, компотики, кекс. Ну чё ты, давай, спой для компании. Подойди поближе, детка. Всё, ребят, я распелась, поехали. Импульсы, город. Ой, пишет в горле. Я буду тебя шепать. Шеп, 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 шепать. Шеп, 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 шепать. Я буду тебя шепать. Я буду тебя шепать. Шеп, 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 шепать. Шеп, 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 шепать. Я буду тебя шепать. Ну чё, красавица, может быть, познакомимся? Чё, дурак? Мне вообще-то 14. Мудрые книжки. Пусть докажу тебя за плохие оценки. Да пошёл ты. Ну чё, Сентуса, ты с нами? Шутишь? Конечно, с вами. Лен, мне сегодня не получится. На утро запись к кардиологу. Ещё спина сегодня потребовала. Блин, когда же мне исполнится 18? Я наконец-то перестану платить бомжу проценты за покупку алкоголя. Рядом с тобой. Так-так-так, ну привет. Идите к мамочке. Девки, сейчас такой трек включу, закачаетесь. Поставлю трубку на режим без звука. Без звука. Без. Не звони мне, сука. Вспомним молодость свою, что ли, а? Ох, как молоды мы были. Ну чё, давай ударь меня. Ну чё, ты баба, что ли? Давай ударь, я сказала. Давай, ну. Можешь проваливать.
чемодан ты уже за порогом. Иди, иди давай. Угу. Ну, проваливай отсюда. Ну, окей. Стой, Сань, а ты куда? Ну иди в жопу. Иди сама. Ну ты лучше знаешь туда дорогу. Извините, старшим принято уступать. Да-да-да. Ты же сама виновата. Это ты же сама виновата. Хватит меня передразнивать. Хватит меня передразнивать. Дура. Ну, Зай, ну мой посуду сразу после того, как поешь. Да ладно. Так. 29 августа 2012 года. Тебе позвонила какая-то Лена. Давай обсудим. Вот за это я тебя никогда в жизни не прощу. Ну, дорогая, цветы тебе купил. Ты меня этим не подкупишь. И айфон. Какой? Икс. Любимый, я тебя всю жизнь любила. Эли, ты что делаешь? Я к зачету готовлюсь. Я слышу голос из прекрасных. Любовь моя, Светлана, очень любимая. 9 сучек у моих ног 30. Твой ход, Коля. 6 сестрил на зайце, все как бы. Кто бы ты ни был, знай, я вооружена. Написать бывшему. Не будь дурой, я серьезно. Интересно, единороги какают сахарной ватой или радугой? Нужно загуглить. Блин, не могу пройти эту миссию. Это GTA? Да я знаю, как пройти эту миссию, давай помогу. Ты опять свою херню играешь? Спать или зрение потратишь, будешь как и я очкастый. Ну, мам! Да чё ж ты сразу не сказала? Я с вами иду. Оторвёмся, девочки. Ну что, по бокальчику испили Виля? Ты офигела? Да ты знаешь, что твоя мама 17 лет делала? Уроки учила. Мам, можно мы её оставим? Ты какая миленькая собачка. Доча, конечно можно. Там тебе ещё в твоей комнате котик ждёт. Я его возле супермаркета нашла. На улице будешь жить вместе с этой собачкой. Она в ярко-красном платье, все внимание на ней. Мам, ну как тебя? Конфетка фигура. Одолжишь потом мне? Ты что, до планеты собралась, не понимаю? Мороженое крутое. А ты знаешь, что оно еще низкокалорийное? Я беру. Хочешь мороженое? Нет, спасибо. Да чего ты? Жень, тебе не кажется, что я как-то поправилась? Вот мне интересно, из-за чего? Я же на диете сидела. Привет, Зэнь. Хочешь, я тебя сегодня со своим познакомлю? Да, ты садись, пожалуйста, поскромнее. Да, хорошо. Окей. Все мы бабы стервы. Милый бог с тобой. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Меню привезли. Привет. 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 Ты какой парень? Там так себе. Вообще отстой. Я пошла ее снимать. Give me, give me. Мне одну кофточку, пожалуйста. Блин, мне он очень нравится. Так давай ты туда иду и поговорю с ним. Я хочу с тобой поговорить. Да, согласен. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Открываю хлебницу, беру 2 куска. Будь... Вот как это можно есть? Как? Там столько калорий, ты не понимаешь? Не подскажете, который час? 15 минут первого. 12:15. Отлично, сейчас Инстаграм загружу. Королева фотошопа, грудь красивая. Ну блин, ну что с этим лицом не так? Ладно, где там мой фейстюн и фильтры? Я так давно.